Парни, в общем, сегодня я собрался с мыслями, настроился на генератор дыма. И все-таки я его доделал. Правда, еще немножко не настроил, но уже что-то как-то работает. В общем, что-то как тут сделано. Вот, значит, у нас регулятор. Вот регулятор. Питающий провод от аккумулятора, провода на двигатель и провод, который идет на приемник. Ну, соответственно, включатель регулятора. В общем, я вот эти вот провода, которые на приемник идут, я их разветвил. Ну, сделал как бы вот еще... Ну, запараллелил, так скажем, от регулятора и сделал как бы еще на сервомашинку, точнее мозги от сервомашинки, если быть точным. Сюда же подключается моя улитка, которую вот я сделал. Вот этой вот пимпочкой я буду регулировать, настраивать обороты, как бы больше, меньше, когда будет как бы стоять система звука и якобы трактор будет стоять, работать на холостых. Я вот этой пимпочкой настрою так, чтобы улитка дула там совсем немножечко, поток воздуха создавала, лишь бы только с выхлопной трубы что-то немножечко выходило. Как бы чтобы дым там совсем чуть-чуть выходил. Дальше. По поводу дымогенератора. Ничего лучше придумать не смог, как сделать для нее отдельный питающий элемент. Это L-бар, точнее корпус от L-бара. А тут, как бы видите, все обрезано лишнее. Здесь вклеена как бы трубка для улитки. То есть вот оно у меня вот так стыкуется, все это дело. И внутри стоит как бы сама спираль, которая нагревает жижу, тем самым испаряется. Спираль у меня не хромовая проволока 0,2. Там сделано 3 витка для аккумулятора 3,7 вольта. Сейчас вот на зарядке заряжаю. Взял же ту же коробочку от сервомашинки. Вложил туда аккумулятор, нашел у себя подходящий. Провода заходят от спирали. От спирали поставил выключатель, чтобы постоянно дым не работал. Чтобы нужно там, если показать, там поиграться немножко, то вот включил, показал, поигрался. Не нужно, выключил и все. А улитка будет работать якобы постоянно. Ну и соответственно с того же L-бара, той же электронной сигареты, гнездо зарядки. В общем, все спаял, все собрал. Сейчас аккумик немного как бы сел. Заряжу, думаю, потом видео еще одно сниму и покажу что-то как работает. Системы звука, конечно, нету. Была бы система звука, было бы более понятнее. Я думаю, нагляднее показали это все дело, как что сделано. Но Новый год все мои планы изменил. Те деньги, которые я рассчитывал на систему звука и света, ушли на новогодних выходных, как бы потратились. Поэтому как-то вот так это все дело собрано. Под капотом тут, конечно, еще у меня бардак полнейший. Тут еще все непонятно, где что. Ну, я думаю, это все устаткуется, все уложится аккуратненько, красивенько, все будет там лежать. Лишнего ничего там торчать, нигде выглядать не будет. Это все также все соберется, скомпонуется и аккуратненько все уложится, подключится система выхлопа. И все будет работать. Я думал еще как-то скомпонировать улитку с воздушным фильтром, якобы, да, так, ну, забор воздуха. Но так как я не заморачивался, там не сверлил здесь отверстия в корпусе, тут трубка как бы просто приклеена она. Я не стал как бы сюда улитку, можно было как-то корпус там подрезать, что-то вклеить улитку в середину сюда, чтобы был тут воздух, как бы забор. Но не стал я этого делать. Улитку просто кину под капот, там найду и место, и все. Будет оно все работать, стоять. А так, в принципе,
трактору пока ничего не изменилось. Передние фары, габариты и повороты как стояли, так и стоят. Доделал задние, так скажем, немножко улучшил. Пришлось подрезать сами корпуса пластиковые, печатные, и загибать как бы крепление четко 90 градусов. Ну и тем самым предварительно подогнул крепление для фары, чтобы фара якобы светила уже немножко вниз сюда, на оборудование. Ну а задние как есть, так и есть. Поэтому никак не настроюсь на работу я конкретно, чтобы заняться трактором. Работы по сути-то с ним осталось не очень так много. Собрать всю, скомпонировать проводку, заказать систему звука, света, все дело состыковать, подружить, так скажем, с самим трактором, с мозгами его, с электроникой, с аппаратурой, чтобы все заработало. Ну и доделать как бы салон, приборную панель, сделать, изготовить там рычаги, педали, все такое, мелочь. Стекла повырезать, соответственно. Стекла, я думал, наверное, я не буду стекла просто приклеивать в середину. Я, наверное, все-таки заморочусь и стекла повырезаю четко по размеру как бы этих окошек всех. И на стекла есть у меня тоненькая там резина. Думаю их проклеить, тоненькие полосочки резины порезать такие, там по 5 мм и по 2,5 мм приклеить к стеклу, ну, к этому, ну, вы поняли. А так, чтобы просто она как бы вставлялась, как на машине, на тракторе будет просто вставляться стекло между резинками, как бы за саму кабину держаться все это дело. Может там несколько прихваток клетчиком сделаю, точечек, да, и я думаю, на этом все. На кабину, на крышу еще надо сделать сюда заборный фильтр с тарелкой, так скажем, якобы. Ну и, соответственно, разбирать постепенно, как бы частично, что разбирать, что нет. Паста у меня есть для удаления ржавчины. Все это дело, как бы, удалять ржавчину и приступаться к грунтовке, покраске и все такому остальному. Ну и, соответственно, редуктора нужно еще. Винтики, болтики есть. Хоть жалко, конечно, у меня не в таком большом количестве они есть. Жалко, конечно, мне их немножко пускать как бы на бортовые редуктора для копийности. Но посмотрим. Может, что-то придумаю, сделаю, что-то как-то это дело немножко схитрю. Ну а так, в принципе, ничего интересного, ничего нового. По большому проекту голова кругом, рисую, черчу, размеры, рисую, черчу, короче, эскизы. Даже сегодня вот себе сделал под столом, под моим, полку. Приедут все ништяки, которые, что, это у меня лежит уже частично порезанные трубы для рамы. А все ништяки, которые я жду, тут уже лежат ништяки одни, маленькие там такие, в руках помещаются. Ну как, относительно. Все остальные ништяки, которые приедут, все буду складывать здесь вот на полку. И частично потом каждый элемент за элементом буду брать, изготавливать и опять же сюда складировать. Потом будем соединять все в единое целое. Я думаю, проект будет очень, очень интересным, очень долгостройным, я думаю. Это явно не за полгода я его сделаю. Может, год, а то и полтора, наверное, растянется все это дело. Плюс еще этот вот стоит, нужно доделывать. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, по дымогенератору понятно. Тут довольно, ну как, вроде и сложно, вроде и нет. Те, кто с мозгами, думаю, разберутся. Благо, подсказал мне мой знакомый товарищ. Я попробовал как бы, ну у него немножечко не так это все делано, я немножечко переделал по-другому. Будет так, как вот сделал. В общем, еще как бы испытания впереди, как оно будет себя вести, как оно будет себя работать, насколько долго будет хватать здесь аккумулятора. В принципе, там, если на полчаса какой-то будет хватать аккумулятора, то я буду доволен, мне этого больше, чем предостаточно. В помещении, я думаю, дымогенератор и дым ни к чему. Это на улице, если выехать, там покататься полчаса, как показательно так показать, что дым есть, как у настоящего есть, работает. Я думаю, этого будет достаточно. В общем, вот такое вот, хотел, как сказать, небольшое видео. Получилось как обычно. Начали за одно, закончили другим. В общем,
Всем, кому интересно, всем удачи, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. В общем, после Нового года вот вышли, теперь как бы буду стараться почаще снимать ролики и выкладывать на свой канал. В общем, пальцы вверх, всем пока, до новых встреч!